Это был Алексей Петров. Знаете, бывают моменты даже у комментаторов, но, наверное, это на плюс. Говорит о том, что мы работаем вживую. Это, внимание, опасно. Коснуться. Сейчас смотрим, чем завершится. Матвейчик принимает мяч, но не очень удачно. Удар. Смотрите. Вот так. Сказал пару ласковых по делу, конечно, никто не мешал. Я вам хочу в спину, великолепно, это туда. К нему прислушиваются и футболисты, которые всегда идут поблагодарить за боление фанатов. Удар, внимание! Шахтер мастеровитие, опытнее даже индивидуально по игрокам. И, наверное, организация игры, ну и я думаю, что вы уже успели заметить, я смотрю, чем завершится. Вот опять стоят в линию наши защиты. Опять лишний. И не добежал, шел на мяч, молодец. Преимущество. 22 игры выиграл, 14 выиграли брещане и 11 ничьих при разнице 77 на 53. Пользу Шахтера. Во Франции он долго прожил. Во Франции Александр Гурули прекрасно знает и французский язык. Так вот. Гурули с мячом пробивает. То есть Шахтер перестал двигаться. Вот смотри, нет. Юревич опроверг мою сентенцию о том, что Шахтер перестал двигаться. Взял бронзовые медали. Видимо, таким образом. Удерживает мяч, владеющий мячом. Нужна скорость, а нужно движение, чтобы вскрыть, заставить ошибиться игроков Шахтера. Успешно видно так, и Шахтера много бойцов. Вот мне не нравится, честно тебе хочу сказать. Мне нравится, что сейчас вот просто выбили вперед и все. Вот смотри. Видишь?